Всем привет! С вами Стив Про, и сегодня я покажу вам хоррор-карту для Майнкрафта PlayStation. Ну, как вы знаете, карта еще находится в разработке, и те, кто видели видео про замок, я там сказал, что карта была удалена. Но ради вас я решил ее восстановить, тем самым я начал ее делать с самого нуля. Ну что ж, я также начал делать текстуру пак специально для этой карты, и она получилась довольно очень классной. Как видите, здесь просто очень хорошая атмосфера, которая понравится многим, но я надеюсь. Есть очень много разных ходов, и вот такие лампы. Я не знаю, что показать, конечно, но я буду показывать целиком всю карту. Ну, по идее, вот так у нас выглядят проходы. Вот так у нас выглядят комнаты, но все еще находится в разработке, поэтому... Половина вещей будет изменяться, к примеру, вот такая кровать, мусор, как видели, и многое-многое другое ожидает вас в этой карте и в этом текстурпаке. Также будут изменены двери, которые вы увидите уже в финальной версии этой карты. Надеюсь, карта вам и правда понравится, потому что я не знаю, что еще можно сказать. Карта просто классная получается вроде пока что. И если хотите скорейший выход этой карты, то ставьте лайки. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет эта карта. Ну, здесь очень-очень много всего. Начиная от моргающего света, кончая бегающими зомбиями и многими другими вещами. Также я хотел рассказать о подвале. Если вы зайдете в подвал и выйдете из Майнкрафта, то когда вы зайдете обратно в Майнкрафт, вы окажетесь под миром нашего мира. Это как-то странно звучит, но это так, поэтому я рекомендую вам выходить из Майнкрафта в подвале, потому что бывает вот такой баг. Это баг не карты, а баг разработчика, который почему-то это не справляет. Ну, как видите, коридор довольно классный и эпический. Даже не коридор, а это, так сказать, подвал. Ну, надеюсь, карта вам и правда понравится. И да, и текстурпак вам придется скачивать обязательно, потому что атмосфера будет не та. Ну что ж, надеюсь, вам все понравилось. Но на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.